лет видим на них те же лица. Очень рад, что вы не оставляете нас, а мы не оставляем вас. Милостью Божией, у нас уже какой год у нас проходит этот турнир, и он приобретает все более и более обширный характер. Мы проводим его сначала зону, проводим север, зона юг и финал. Вот. Значит, хотелось бы поблагодарить всех, кто прибыл в такой морозный день, пожелать всем хорошего настроения, милости Божией пожелать и пожелать, чтобы сегодняшний турнир прошел без травм. Поэтому, дорогие друзья, хотелось бы сказать о том, чтобы вы аккуратнее друг к другу относились с уважением, потому что мы здесь собрались для того, чтобы проявить свое мастерство, в первую очередь, а не поругаться, потом разобраться и так далее и тому подобное. Значит, мы посвящались, и у нас так, как называется, православный турнир среди мужских команд по мини-футболу на уход благоверного святого Александра Невского. Поэтому некоторые коллективы, даже в судейство, я бы попросил внести, и я бы попросил старшего судью и судей внести такое наказание, как в виде желтой карточки за громкую рутню матом. Поэтому будьте добры знать это, понимать, потому что от этого зависит не только общение между нами, это общение зависит и в команде. Поэтому попрошу сейчас всех, так как православный турнир, еще раз напомню, мы сейчас с вами совершим очень краткий молебен, как перед каждым добрым делом человек должен попросить помощи Божией, поэтому мы вместе с вами сейчас помолимся, попросим помощи Божией и благословения. Поймите Бога,
также проводится летом по футболу среди детей, юношей. Тоже в честь благоверного Александра Невского на праздник Успения. Мне очень отрадно, что вы, молодые люди, сейчас посвящаете свое такое время для здорового образа жизни. Для меня, как человека, включенного в священнический сан, не безразлично. И просто, как для гражданина нашей страны, не безразлично. Какое у нас творится поколение? Здоровое или нездоровое? Стремящееся к нормальному образу жизни или к ненормальному образу жизни? Мне бы хотелось, чтобы большинство из наших молодых людей, россиян, были здоровы. Здоровыми и духовно, и душевно, и физически. Крайне говорилось так, что здоровыми в теле, здоровыми в духе. Но мы можем увидеть, что порой человек, обладая большим физическим здоровьем, не имеет здорового духа. Верующие люди прекрасно понимают, что только через дух, здоровый дух, приходит нормальное здоровое тело, которое стремится к доброму. Потому что если дух злой, то значит человек, обладая большой физической силой, может принести множество беды. И множество бед он приносит. Есть такая евангельская история, когда Господа встретили два человека, обладающие огромной силой. В Евангелии говорится, что там было множество нечистой силы. Они так, когда Господь сказал, сколько вас, много вас, как вдруг ответил голос одного из этого человека. Много нас, потому что в этой именно их бывает много, которые стараются человека привести к погибели. И вот церковь стремится к тому, чтобы в человеке вместе именно со здоровьем духовным, душевным здоровьем, было еще физическое здоровье. Потому что наши святые, православные святые, их множество, которые обладали большой силой. Александр Невский, Дмитрий Донской, защищавший свою родину. Для кого это была сила? Она была направлена на здоровье, на здравие и на освобождение нашей страны для вашего будущего, для будущего ваших детей. Спасибо вам большое и с праздником вас, с праздником начала турнира в честь благоверного Александра Невского. Спасибо. Танцует.
Татай. Да что ты, кто глухой? Вот старик седьмой. Саня, Дэну скати, Дэну скати! Yeah.
Оп. Батя, ну что такое? Любой батарейкой.